Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. И у нас есть два зомбачка. Ух ты, это что такое? Получается, вчера были фрукты. А сегодня, ребята, какие-то новые штуки-дрюки. Офигеть! Ага, вон что. Нам нужно открывать, получается, вот этот... Лототрон какой-то. Ну ладно. Да, я думал, фрукты и сегодня будут. Да, я вчера поиграл в одну игру только. Ага, и там мы собирали фрукты. Оказывается, я почему-то думал, что фрукты будут, ребята, и сегодня. Нифига. Видимо, каждый день будет какая-то новая... Типа задание, что ли? О, НЛОшка. Так, давай, НЛОшка. Ух ты, потеряли одного зомбачка. Ладно, сейчас будем большую толпу зомби создавать. Так, у нас сейчас 15 зомбачков сейчас, ладно. Сейчас будем создавать много-много зомбаков. Ух ты, провалилась куча. Куча-куча провалилась. Зомбариков. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то... Ладно, будем собирать тогда. Сегодня уж точно мы соберем все вот эти вот игровые автоматы. Ох, нифига, провалилось, сколько много зомбариков. Ох, сколько много, смотри. Все, мы и автобус сломали, нифига себе. 14 зомбаков теперь. Так, тихо. Главное всех не растерять. Так, уже 9. О, прыгалки. Вот эти прыгалки, ребята, мы очень много можем потерять. Да, потеряли мы. 3 только зомбаря осталось. Да, это ж надо ж так было. Много-много потерять. Так, давайте, что у нас здесь? А, как раз сейчас возьмем там. А, монетки. Ладно. Ничего страшного. Так, птичка уже на издыхании. Ага, а там звездочка какая-то была, да? Что мы открыли там звездочку. Ё-моё. Ну ничего страшного. Сейчас наберем мы зомбарей. Так, 9 зомбариков. О, 7, 6 уже, да ё-моё. Уже мало их. Ну ничего страшного. Ой, а это что получается? Я только 7 автоматов этих, да, открыл? Ой, 7, говорю. Ой, провалились все нафиг, ё-моё, ладно. Сейчас по-другому сделаем. Так, у нас задания какие там? Взорвите 19 бомб. Играйте с помощью монетных машин из магазина. Так, а ну-ка. Монетные... вот, монетные машины. Будем играть. Все. Открыли мы одну ачивочку. Хорошо. Так, вот у нас, смотри, что выпадет. Арбузик. Да, ё-моё. Что этот арбузик дает, не знаю. Нам нужно, ребята, чтобы именно семерочка выпала. Понял? Офигеть, как сложно. Ну, ладно. Смотри, семерка выпадет. Да, семерка есть. Семерка выпала, да. Отлично. Отлично, ребят. Еще 4 раза. Чтобы выпала семерочка, и мы завершим челлендж сегодняшний. Ой, вертолет, я прям на него полетел. Да, зомбари остались у меня сзади. О, сколько много у нас парашютистов. Так, ну пока что 5 зомбарей. Ой, 5 зомбаков, говорю. Уже меньше. Так, балуны, ладно. Так, сейчас мы этого съедим. Так, вертолет, аккуратно. О, птичка нас спасла. Птичка нас спасла. Да, на балуне очень-очень-очень-очень нужно аккуратно быть. А, вот и взорвался. Видишь, как баллон этот не очень удобный. Бонус такой. Так, ну что ж, пюрированная мозговая жидкость. Типа пюрешки. Так, чего мы там открыли? А, вы разблокировали новую версию. Зомби плюс 1. Забираем. Так, хорошо. Хорошо. Так, ладно. Заходим в магазин, смотрим, что мы там открыли. Двойные зомби. Нет, подожди. Нам нужно нам...
Вот эту вот штуку, да. Ага, вот, давай берем 3000 стоит. Покупаем. Так, а здесь больше мы ничего купить не можем, да? А, вот Ринло еще плюс 5 секунд. Давайте купим ложку, увеличим 5 секунд. Все, спасибо. Так, ну вроде бы здесь больше ничего нету. Так, у нас зомби-птичка. Так, а вот эту штуку нужно нам 140 бриллиантиков. Нифига себе. Офигеть. Ладно, ну что ж, поехали. Поехали, играем. Так, у нас уже 3 зомбаря в начале. Надо сделать, чтобы было 4. Вот, было бы классно. Да. Ну ничего. Будем выполнять задание. И откроем как раз. Оп, есть уже. Теперь можем машинки эти забирать. Так, итого у нас уже 7 зомбарей. Так, арбузик выпал, да? Ой, подожди, надо было брать машинку. Все. Вначале как бы машинки стоят. Ты можешь их брать и таким способом увеличивать себе команду из зомби. Так, есть. Что-то там было, не помню. Так, о, танк. Сейчас мы возьмем танк. Давай, есть. Успели, взяли большой танк. Так, что у нас здесь будет? О, НЛОшка. НЛОшку мы с вами, ребят, на 5 секунд увеличили. Отлично, отлично. Сейчас я выполню очередную ачивку. По идее. О, кто-то да и врежется, да, в машину. Ой, провалилась куча зомбарей. Взорвите с помощью квотербеков. Так, все, и бонус. Ух ты, нифига, мы 2 ачивки только что сделали. Круто. Так, танк мы этот возьмем. Хорошо. И остался у нас, ребята, еще один. Не лотерейный, как в машину вот эту, да? Игровую машину открыть. Выиграть семерочку. И что-то мы получим. Не знаю, что. Мне очень интересно. Сейчас узнаем. Надеюсь, что мы узнаем. Так, машинки, как всегда, нам мешают. О, бабочки. Да. Бедолаги все повзорвались. Так, вот они вот, чуваки. Все, мне теперь ничего не страшно. Я могу все рушить. Да, я специально прям буду рушить. Так, ну где же там игровые автоматы-то, ребята? Ни одного игрового автомата нет, ты подумай, а. Так, а у нас уже очень мало зомбариков. И потихонечку увеличивается скорость. Смотри, ты подумай, а. Да, елки-палки. Где игровые автоматы? Походу, игровых автоматов нету, не только в начале. Я так думаю. Так, монетки заберем. Отпрыгаем аккуратно. Ну, где игровой автомат? Офигеть, пятый этот зон. О, балун. Ну, что-то балун мне уже не особо. Ну да ладно. Просто сверху будем лететь и все. О, здесь хорошо, что мы эту пропасть-то пролетели. Ох, нифига, она какая длинная пропасть была. Да, балун здесь мне прям как раз пригодился. Ой-ой-ой, бомбочка. Нет, потеряли мы зомбариков. О, есть! Наконец-то, да, я открыл все 10 этих самых. Только ничего не происходит. Пока что ничего не произошло. Сейчас менюшку зайдем, посмотрим, что там дадут. Так, адская вода. Давай собираем адскую воду. Угу. Почти что мы ее... Ага, не ешьте первых двух прохожих. Так, все запомнили, да? Не ешьте первых двух прохожих. Так, ежедневная миссия выполнена. Отличная работа. 15 кристаллов ты выбрал. Офигеть. Это, ребята, была ежедневная миссия. Понял? Офигеть. Так, у нас задача не ешьте первых двух прохожих. Так, прохожие нам нужны. Ежедневные миссии. О, что ж я вчера-то еще не поиграл. Так, первых двух прохожих. Один прохожий. Так, и ждем второго прохожего. Так, вот второй прохожий. Ох, есть. Все, ачивочку мы выполнили. Что у нас тут получается?
Так, у нас всего лишь 3 зомбака, да? Хорошо. Очень даже хорошо. Блин, я мог вчера заработать 25 алмазов, если бы я, ребята, съел бы. Съел бы все фрукты. Угу. Я думал, они будут, пока ты их не съешь, они никуда не исчезают. А нет, они исчезают. Каждый день, ребята, каждый день. Ой, пропустил что-то я эту самую машинку. Каждый день у нас задания. Нужно их выполнять. Да. Выполнять ежедневные задания. Ну, как-то так, ребята. Сколько мы... О! Все, мы 3 ачивки сделали, представляешь? Просто так. Просто так. 14 зомбрей. Угу. Нам нужно и монетки собирать, и нам нужно собирать алмазы. А алмазы можно собирать только при выполнении ежедневных заданий. Все, теперь это я запомнил. И я надеюсь, вы тоже это будете знать, если вы это еще не знали. Так, ну у нас пока 6 зомбарей. Давайте попробуем, посмотрим, сколько мы соберем. Сейчас Ой-ой-ой, зомбарик. Да. Кто там? О, гигант, гигант. Люблю гиганта. О, давай-давай, все взрывай. О, тройной взрыв. И у нас 3 зомбарика пока что. Ах. Теряется. Есть. Хорошо, что он все именно лазерами взрывает. Все? Гигант закончился у нас, да? Ё-моё, сколько машинок, нет. Я хочу жить. Так, есть один. Так, тихо, перепрыгиваем. Что у нас здесь? Оп-оп-оп-оп-оп. Нет. И последний у нас, ребята, сломался. Ух ты, у нас восстановление. Вонючка. Вонючее восстановление есть. Ладно, хорошо. Так, 4 зомбарика. Пока что. Так, вот увеличились на один. О, два прям потеряли мы, как жалко. Все, один вонючка и упал. Вот тебе и восстановление. О, адскую воду мы берем полностью. Отлично. Что у нас там? А, новая шляпа, спасибо. Так, эликсир жизни и смерти у нас. И дальше мы будем разблокировать дракона. Включить 3 зеленых светофора в эпизоде Нью-Йорк. Первый вид, 3 осталось. Создайте дракона из 8 зомби. А начните игру между 20:00 и полуночью. Офигеть. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте обязательно лайк этому видео. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.